Не только конкуристы покоряют высоты, но и судьи, которые оценивают выступление, завоевывали вершины знаний на семинаре по конкуру в Максима Парк. Руководителем семинара выступила Мария Печинкина, судья международной категории уровня 3 звезды, судья всероссийской категории, которая имеет огромнейший опыт в судействе соревнований. Слушатели не уставали задавать Марии вопросы. То, что была дискуссия, то, что задавались вопросы, не знаю, я очень люблю семинары, которые проходят, которые живые. Когда ты стоишь перед аудиторией и на тон начитываешь материал, да, даже с видео, с каким-то видеоконтентом, не знаю, мне интереснее общаться, да, то есть для меня больше удовольствия приносят вот именно такие семинары. Слушатели отметили, что семинар был проведен в режиме дискуссии и было интересно обсудить реальные ситуации из жизни. Очень заинтересовало то, что ведет семинар Печинкина Мария, то есть грамотный судья, которая на многих соревнованиях судит, крупные соревнования, то есть большой опыт судейства, можно разобрать какие-то непонятные ситуации, которые возникают непосредственно на поле, когда нужно быстро реагировать, в конкуре особенно, быстро принимать решения и принимать грамотные решения. То есть можно в данной ситуации с более опытным судьей посоветоваться, обсудить эти все моменты. Конечно же, одной из тем, которая была затронута на семинаре, стали изменения в правилах по конкуру. Поэтому слушатели не только освежили знания, но и узнали нововведения 2020 года. В этот раз участниками семинара стали и посетители Максима Парк, и зрители Максима ТВ из 5 регионов нашей страны. Попала на этот семинар именно потому, что мне интересен конкур, я хочу развиваться в этом направлении, узнать как можно больше. И сейчас мои друзья с Хабаровска, мои любимые тренера, по которым я очень скучаю, также смотрят прямую трансляцию и планируют сдавать зачет, как квалификацию. А впереди у желающих поработать на соревнованиях практика в Максима Парк по программе «Юный судья». Очень жду соревнований, я буду оставаться тут на практику. Очень хочу посмотреть на все это в работе. На семинаре мы встретили много знакомых лиц, и одной из его участниц стала Елизавета Кириченко, постоянный волонтер на соревнованиях в Максима Парк. Это очень ожидаемое событие было в этом году, поскольку я очень давно считаюсь волонтером на данной базе. И мне давно хотелось побывать на семинарах, и наконец-то моя мечта сбылась. Надеемся, что семинар стал полезным. Благодарим за полезную и важную информацию Марию Печинкину и всех слушателей, которые не только посетили семинар лично, но и смотрели его в трансляции на сайте Максима ТВ. Всем успехов в судействе и отличной практики!